Друзья мои, я вас приветствую на своем канале. Итак, сегодня у нас состоится очередной подбор автомобиля. К нам приехал подписчик, приехала Наталья. Первый раз за всю мою историю приезжает женщина, и мы для женщины будем подбирать автомобиль. В основном приезжают мужики, жен с собой берут. Здесь приехала сама женщина. Итак, для Натальи, точнее, у Натальи бюджет 1 300 000 рублей. Небольшой плюс-минус есть. Плюс-минусы мы, перед тем, как мы начинаем искать автомобиль, вот этот плюс-минус, особенно плюс, это очень важно, мы обговариваем. То же самое, как и обговариваем какие-то детали, цвет, марку. В общем, смотрите, задача такая. 1 300 000 нужна либо шаттл. Альфу мы не найдем. Естественно, Альфа рестайлинг. Не найдем мы Альфу. Альфа — это Toyota Prius Альфа, полноценный гибрид. Шаттл, да, на Honda Шаттл сумма хорошая. Что касается деталей, да, то есть мы встречаемся с вами на рынке, мы еще раз с вами обговариваем. Вообще, я подсказываю, да, то есть я консультирую. Все зависит от того, какая цель, да, у вас, какая задача будет, какую задачу будет выполнять автомобиль. Здесь, ну, возможно, я предложу какие-то другие варианты, но вот на первоначальном этапе она хочет приобрести либо Альфу, либо Honda Shuttle. Больше чем уверен, что мы, как обычно, найдем самый лучший вариант, да, который продается на авторынке «Зеленый угол». На такую услугу, друзья мои, записывайтесь заранее. График плотный, ну, запись есть. В плане, люди записываются, поэтому не звоните, пожалуйста. Вот вчера звонок, там: «Александр, привет, а я вот хочу с тобой машину выбрать, а я сегодня уже занят». Вот, в общем, записывайтесь заранее. Также вы можете заказать поиск автомобиля без вашего участия, под ключ. Вы можете заказать просто штучную проверку автомобиля. Мой телефон, мои контакты. Мой телефончик прикреплен сейчас вот здесь. А вообще мой телефон находится в описании канала и под каждым видео. Машины проверяем, комплектуем, отправляем. Также через нас можете заказать автомобили с аукционов Японии. Да, друзья мои, это дешевле. Это дешевле. И вы привезете себе именно тот автомобиль, который вы хотите. То есть машину можно привезти с пробегом и 5000, и 10000, и 15000, и 20000. Здесь найти такие машины сложно. Да, я не говорю то, что их нет здесь таких автомобилей. Но основная масса автомобилей на продажу везутся как? Везутся пробеги 80, 100, 120 и пошли пробеги вверх. То есть, ну, на продажу машины везутся с большими пробегами. То есть купить подешевле. Ну и продать автомобиль нужно. Называем про розыгрыш. У меня все в силе. Как только мой резервный канал, на который сейчас ссылочка находится вот здесь, набирает 10 тысяч подписчиков, я сразу же делаю розыгрыш услуги подбора автомобиля на день. Все включено. То есть мы с вами встретимся, выберем автомобиль, обслужим, упакуем. В общем, сделаем абсолютно все, что нужно. Поэтому подписываемся на канал, присаживаемся поудобнее. Поехали! Пробег у него, пробег сотка. В общем, дилемма между Вишом. Диски-то заездили. То сейчас, глядишь, и на Леворге, да, уедем. Оттяна, еще одна беда бедовая. Проверять подборочку. Робот 4WD, 19 год. То, что нужно. Первый запуск запасок. Видите, вам все покажут, расскажут. Еще одна беда. По самому интересно, чем это все закончится. Все данные физика. Еще 4 колеса. Итак, 19 год, он 4WD. Пробег у него, пробег сотка, 123 тысячи. Туманочки, литье, резина лета. Но дают еще зиму. Обычный, иксовый. Снизу смотрел его. Как бы такие есть, рыжики небольшие. Там на чем отличается? Здесь крутилки, там электричество. Попадать надо. Да, а здесь просто ясно. И он под... В общем, дилемма между Вишом и Филдером. 13-й год. Беленький, 4WD, пробег 118 тысяч, стоимость 1 200 000 рублей. Он на зиме, зима новая,
Ну как, вижу вам? Непонятно. Напоминаю, сиденья у него двигаются. Третий ряд прячется. Получается ровно пол. По низам я его не смотрел. Ну да. Есть нюансики у нас по низам. Выбор есть, что виши, что филдера. Диски-то заездили. То сейчас глядишь и на Леворге, да, уедем. Леворг. Думаем рассматривать еще Леворг. Но автомобиль все-таки нужен для работы, для семьи. Как бы Леворг, наверное, нет. Это такой уже более молодежный вариант. Жестко. Друзья мои, и при подборе автомобиля очень важно доверять подборщику, да. Пускай это будут аукционы Японии, автомобили на заказ с аукционов Японии, пускай это будет подбор автомобиля без вас, пускай это будет подбор автомобиля с вами. Если вы не доверяете, да, человеку, с которым вы работаете, компании, с которой вы работаете, лучше не работайте, лучше не обращайтесь. Вот. Я говорю, не будет сирены в свежем кузове за 1 300 000, 4 ВД с пробегом 50 тысяч. Ее не будет. А если мы будем ходить искать такой автомобиль, это будет просто трата времени. То есть нормальные подборщики, да, мы уже ориентируемся в цене. Мы знаем, что купить, что не купить за эти деньги. Если филдера я знаю, то что мы найдем 4 ВД, 1 200 000, 1 300 000 цена нормального филдера, то мы найдем. Сирены не будет. Сирены, это я сейчас утрирую, ну, просто так, к слову говорю. В общем, подбор пока идет. Определились все-таки, наверное, на филдере, потому что посидели в Више, Више как-то, ну, как-то что-то тесновато. Вот. Посмотрим еще шаттл сейчас. То есть, возможно, тоже его будем рассматривать. Я думаю, мы остановимся на филдере. В общем, все обязательно покажу, что найдем. Зетка, черный цвет, 18 год, 12 месяц, 1 190 000 рублей, 4 балла, 105 тысяч пробег, максимальная комплектация, бесключевой доступ, кожаные вставки, полный руль, коробка передач, робот, модные железные педали или накладки. Есть такие вот нюансы. Главное не уехать на пробоксе. То что-то мы с одной марки метаемся на другую. Это 18 год, 4 балла, 107 тысяч пробег. 107 тысяч, сзади есть сонары. По низам он. Что пишет-то? Фары, видеорегистратор, запаска. 4 ВД, 19 год, то, что нужно. Пробег 92 тысячи. 4 балла. Вот эсочка присутствует. Присутствует эсочка.
надо открывать, смотреть. 2011, 18 год. 3,5 балла, 1 065 000. Здесь пробег. Здесь пробег, как говорят, приличный. Приличный пробег. Как думаете, это какой приличный? Открылся, да, тут? Отлично. Первый запуск. Ребят, машина пришла, машина не готовилась, да, то есть она была в пути, поэтому такое вот состояние. Машину приготовят. Здесь автомобиль 4 ВД, у него указана там эска, не знаю, что там написали, хомут что ли ржавый вот этот увидели. Клевое состояние, прям клевое. Значит, он на зиме, правда, без литья. Повторители, система безопасности есть. Салон тоже пришел в таком вот состоянии. Кто понимает, кто шарит, видит, то, что состояние салона здесь хорошее. Нужна уборка. Колеса лежат. Камера, телевизор. Если колеса приходят с Японии в автомобиле, за колеса платится пошлина. Кстати, хороший комплект колес лежит. Подогрев зоны дворников, лифт сидений. 92 тысячи. Знаете, на самом деле таких вариантов неподготовленных бояться не стоит. Я еще раз повторюсь, кто шарит, тот видит, что состояние автомобиля реально хорошее, крутое, прям достойное состояние. Нормальная мойка, 1500 рублей, и состояние будет совершенно другое. Данный автомобиль нам интересен, мы его оставим на заметку. То есть досконально мы его сейчас смотреть не будем. Если мы вернемся к этому варианту, уже будем более подробно его рассматривать. Вот почему-то что-то мы там крутимся, а все все возле шаттла, возле шаттла почему-то. 19-й год, гибрид, полторашка, робот, пробег 54 тысячи, 1 080 000. Такие тут дела, это мелочи на самом деле. Расстояние вот это замерить. Расстояние замерить для частоты эксперимента? Ну, давайте, он ирочно идет. По левой стороне у него. По салону, нет, по салону, да, мне кажется, что 4 балла он идет, 120 тысяч пробег. 1 175. Резину отдают, упакованная. Вон на кнопке подогрев, также зона дворников. Моменты вот такие вот по подвеске. Подвеска, кузов. Коричневый цвет, Сиента, свежая, 18 год, это идет уже рестайлинг. 69 тысяч пробег, 4 ВД. На темном салоне, без ключевой доступ. Боковые двери задвижны. Только осторожно дверцу, осторожно, чтоб не это. Три с половиной балла, 69 тысяч пробег, ну есть два краса. Есть два краса. Да.
подожди. А, все, поняла. Ну, дальше нужно углубленно смотреть. Посмотрите, какой огромный выбор запасок. Именно запасок бананов. А у нас Сиента, ЖЭшка. Так, вроде 1,250, 4,5 балла. Передний привод, не гибрид. ЖЭшка, две двери, бесключевой доступ. Ну, тойотовский вариатор не надо говорить. 48 тысяч пробег. Два USB входа. 48 тысяч пробег. Вот он багажник, смотрите какой. Пожалуйста, если не кричите. Ну круто выглядит, круто. Сияет. Она на лете, без литья. Лето хорошее. Так, 185, 60 на 15. Ну, по стандарту, 20-й год. Резина. 4,5 балла. Здесь, да, здесь крутая, удобная трансформация салона идет. Функциональная. Я вам скажу, допустим, лучше обычного такая, чем Ну, это эксклюзив. Эксклюзивчик будем смотреть. Ребят, на рынке без проблем. То есть приходите, вам все покажут, расскажут. Значит, две камеры. Откроют. Дадут пощупать. Ух ты, два монитора. Батарея сзади. 1,380 она. Да, конечно. Александр, 1,385,000. 1,385,000. Это 19-й год родной. 84,000 пробег. Ну, шикарное состояние, конечно, салона. Не надо будет вам это. Вам есть навигация максимум. Еще одна беда. Опять беда, беда, беда. Еще одна Сиента. 18-й год, 4 балла с подогревами. Максималка, резина зимняя. Сегодня такой у нас нестандартный поиск. Многие машины, которые рассматриваем, я вам не снимаю. Мне уже самому интересно, чем это все закончится. Какой автомобиль мы купим. GQR 92 пробег. Что за дела? Четыре балла, гибрид, 80 тысяч пробег, ЖЭшная комплектация. Что там, кнопочка, видимо, щелкнута, не открывается. Двери электрические, отключены. Да, две двери, стеклоподъемники в одно касание. Кузов посмотрел целый, лист его. Пока вот думаем.
вниз из полосы тоже. А зачем? А как она смотрит? Она срабатывает. Если вы там, допустим, за рулем какие-то присутствуют, то вряд ли. В общем, берем Сиенту, Сиента идет расчет. Друзья, значит, что по документам, да, когда покупаем автомобиль, обязательно сверяем номер кузова, обязательно сверяем номер двигателя. Из документов у вас это электронная выписка. Электронная выписка. Здесь указаны все данные автомобиля. У вас идет СБКТС. СБКТС – это сертификат безопасности транспортного средства, ТПОшки, таможенные платежи. И копия паспорта физика. Физик – это тот человек, на кого привезен и растаможен автомобиль. Некоторые продавцы забирают копию паспорта. Копия паспорта – это не нужна. Все данные физика, они вносятся в СБКТС, они указаны в СБКТСе. Что касается электронной перерегистрации, да, на СЭПе, СЭП – это сайт электронных ПТС, здесь вы уже начинаете взаимодействовать с продавцом. Делает это либо продавец, у него есть данные физика, он вас стыкует с этим физиком, либо, допустим, если физик от брокера, то занимается этим брокер. Чтобы сделать электронную перерегистрацию на вас, вы должны быть зарегистрированы на СЭПе, сайт электронных ПТС. Делается это очень просто, быстро, там буквально на 5 минут. Делается регистрация через госуслуги. Значит, с этим автомобилем сейчас пойдем, выпишем договор. То есть вообще, как происходит процесс покупки автомобиля? Все сверили, все проверили, все отлично, деньги продавцу в руки отдали. Сейчас идем, пишем договор, дальше поедем, поменяем масла, поменяем фильтра. Приобретем летнюю резину и на этом будем заканчивать. По записи, ребят, мой телефончик указан сейчас вот здесь, также под этим видео и в описании канала. По записи на такую услугу, пожалуйста, заранее, прям заранее, за 2, за 3 недели, за месяц записывайтесь. Поменяли масло в двигателе, поменяли в коробке. Выезжаем. Готовим. Готовим автомобиль к дороге ехать 7500 домой. Давайте я вам немного пока расскажу про автомобиль. Итак, это Сиента, гибрид. Выбор был сложный, пересмотрели все. И про боксы смотрели, и шаттлы смотрели. И до Раши уже добрались. И чем мы только не смотрели. Виши, филдера. В общем, выбор пал на Toyota Sienta. Итак, это 19 год, гибридная версия. Гибридная версия, жешная комплектация. Туманки ставили здесь. Литье нештатное, резина зима. Полноценный гибрид, полноценный. Автомобиль целый, 4,5 балла. Он не битый, не крашеный, не ржавый от слова совсем. Камера заднего вида есть, второй регистратор есть. Регистраторы приходят без флешек. Полноценный минивэн, неполноценный минивэн. Три ряда сидений, третий ряд сидений, места очень мало. Прячется он под второй ряд сидений. Там поснимаем чуть-чуть про вашу машинку и поедем дальше. Вот, что еще сказать. Как обычно, все чистенько, аккуратно, все как я люблю. Две двери, чистый салон. Взяли тоже про запас фильтр с собой. Две электродвери. Бесключевой доступ, ветровики есть. Вся система безопасности, темный салон. Чистенький, 19 год, 4,5 балла, аукционный лист у нас лежит в автомобиле, бьется он по статистике, пробивается, 4,5 балла, 80 тысяч пробег. Вот, сейчас, наверное, поменяем магнитофончик, вот, обклеиваться решили, не обклеиваться. И все, на этом моя работа будет закончена. Значит, здесь у нас климат, круиз-контроль, 80 тысяч, бортовой компьютер все есть, регистратор есть. Клевый, хороший автомобиль.
Ну, здесь, пожалуйста. Наталья, расскажите нам свои впечатления о автомобиле. Выбор-то у нас был с вами непростой. Очень. И Филдер, и Виш, и Пробокс, и НВ смотрели. И даже как с трейлом подходить, даже Subaru Leworg был. У меня такой поиск первый раз, когда огромный выбор автомобилей. Почему Сиента? Вот душой как-то выбралась. Вот бывает такое, пришел, нравится, сел, купил, вот все, да? Мое просто, да? Да. Довольны? Очень. Ну, отлично. Домой сами едем, да? Сами поедете? Да. 7500. 7800. Прям четко так, 7800. Ну, плюс-минус там чуть-чуть. Вот, ну, в общем, ребят, вот такой вот автомобиль. Все супер, вообще отлично. Гибрид, еще раз скажу, 4,5 балла. Был выбор, смотрели машину 18-го года. Комплектажка такая же. Пробег, ну, почти такой же. Пробег такой же, ценник тоже. Кстати, стоит этот автомобиль 1 320 000. Торга не было. Ну, сколько там скинули? Копейки скинули, да? 5 тысяч скинули. А 18 год он стоил, по-моему... Дороже он стоил? Да. Что-то я не помню, сколько он стоил. Но суть в том, что пробег был такой же. 18 год. Добавились только сонары. Вот поэтому выбор пал все-таки на автомобиль 19 года. Еще раз повторюсь, весь целый, не битый, не крашеный. Ну, состояние автомобиля, конечно, шикарное. Вот, сейчас Наталью отвезу домой, в гостиницу. Ну и на этом свою миссию на сегодня я закончил. Время 4 часа, рынок работает до 5 часов, ну, где-то пол пятого, около 5 продавцы начинают уже уходить. Выбор машин есть, выбор автомобилей большой, огромный. Я на сегодня подбор завершил, довольный подписчик Наталья приобрела себе реально хороший, достойный автомобиль. 4,5 балла, повторялся уже и неоднократно. Стоимость автомобиля составила 1 315 000 рублей. Друзья мои, на сегодня будем заканчиваться. С вас комментарии, подписочка. Всем хорошего настроения. Всем пока. До новых встреч.